И дан старт призу в честь Дня России. Большому летнему призу. Red Hat принял очень плохо. Red Hat под седлом Хамзата Улубаева замыкает скачку. Вперед выходит победитель спринтерского приза Грозный Лам. И тут же Цертон дальним полем. И рядом с ними Рубеж. А Бобровки Азан. Такова четверка лидеров. Они срезались и едут прямо очень даже мощно, очень резво. Слушаем секунды. Вперед выходит Грозный Лам, похоже, тут же Цертон, Азан и Рубеж. Вперед выходит Грозный Лам, но тут же Рубеж. Рубеж захватывает лидерство Бобровки, Азан, полевой стороной Цертон. Азан, похоже, отваливается, ну а остальным приходится гнаться. Пытается подъехать Мирзабек на Салуаддине. 28,8. Вот такие секунды тут тоже можно ехать. Рубеж выходит вперед. И Цертон вдвоем лидирует. На третьем месте Грозный Лам. Азам далее пытается подъехать Салаудин. Ну что же, кто сможет подъехать? Скачку ведет Рубеж. И тут же рядом с ним Цертон. После такого начала очень сложно будет, наверное, им удерживать пейс. Азан подъезжает под седлом Рустама Панджокова и выходит на дистанцию атаки. Там подскакивает Грозный Лам по бровке. И Салаудин. И финишная прямая. Рубеж лидирует. Азан. И на третье место выходит Red Hat. Red Hat под седлом Хамзата Улубаева подъезжает лидером к соперникам. Захватывает их. И, похоже, вперед выходит. Red Hat повел скачку. Приближается к финишу. Азан вторым. Салаудин третьим. Red Hat возглавил скачку по финишной прямой. И Red Hat выигрывает, оставаясь непобежденным. Азан вторым. Салаудин третьим. И Рубеж четвертым.